Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Command and Conquer for Tiberian Twilight. Итак, погнали дальше проходить кампанию за нот. Поступают данные о реструктуризации в рядах ГДИ под началом полковника Джеймс. И как раз сейчас все ее действия находятся под пристальным взглядом общества. Уверяю вас, что страдания, которые мы испытываем сейчас, померкнут перед тем, что нас ждет, если Кейн исполнит задуманное. Кейн сказал: грядет час, когда ваша вера подвергнется испытанию. Как скоро, по вашему мнению, Кейн предаст ГДИ? И даст всем понять, что Риус настоящая дура. Не могу поверить, что мы еще обсуждаем, стоит ли доверять психопату и убийце. У тебя есть вопросы? Командор, привет. Как вам мой имплантат? Сам Кейн помог мне разработать. Он хочет знать о видениях. О, конечно. У всех нас они есть. Сэр, мы засекли Джеймс. Имплантат и СКТ оба связаны с тацитом, понимаете? И мы в результате тоже. Сестра Шева, не поможете? Мы настраиваем СКТ на башню скрин. Ой, та баба, которая на нас гнала, помните? Сигнал, улавливаемый башней. А когда придет время, мы все впятером... Нет. Уже вчетвером. Точно. Вчера бандиты Гидеона убили профессора Уильямса. Я боюсь, что... Ему нужны имплантаты. Он знает, что они требуются для вознесения и спасения планеты. Именно. Нам нужно лишь активировать все три узла СКТ и настроить их на башню Скрин. Сеть заработает, и все проблемы с Тиберием останутся в прошлом. Сэр, простите, что прерываю. Джеймс направляется к убежищам, причем очень быстро. Там мы оставили Лили. Сэр, защита города активирована. Нам не удастся перехватить... Если перенастроить узел новой Даны, защита будет снята. Будете действовать быстро, спасете часть своих братьев. И вашу жену. Добро пожаловать. И там жена была в той компании, в этой компании. Непонятно. Ну ладно. Внимание. Все трещит по швам. Конечно же, наступательные. Импульс отрезал узел СКТ от башни Скрин. Подключить его заново. Получено новое задание. Приветствую вас, жители Новой Аданы. Вы долго жили в грехе. В грехе Кейна. И сегодня... Вас ждет судный день. Так, я гляжу, появился у нас два новых юнита. Ну, танк-паук. Наверное, не буду его строить. Он, наверное, как рейдер. Ну, получше, конечно. Наверное, не буду вообще строить его. Богомол. Эффективен против средней авиации. Мы его тоже, наверное, не будем строить. Ну, наверное, конечно, покажу все-таки. Хочу показать вам все-таки всех юнитов. Да и сам хочу его более подробно рассмотреть и узнать про него. Так, эти пушки ГСБ вообще-то, почему мы их не можем атаковать? Странно. О, можем теперь атаковать, все, погнали. Блин, антирейдер, он слабый. Вали давай, если сможешь. Конечно не сможешь, он очень слабенький. Но эффективен против пехоты. Обнаружен против. Им долго не протянуть, но он нас попали. Конечно. Блин. Так, давайте захватим. Ага, отлично. Теперь мы
можем вот так ограду сделать, и они сюда к нам не зайдут. Так, мне надо туда, да? Ага. Вполне можно и тут проехать, конечно. Но я, наверное, предпочту... Тут же можно проехать? Блин, нифига не вижу. Давайте посмотрим, пойдем. Так, давай, бери. Опа, сразу резко противник откуда-то. Так, ломайте, давайте, бункер. Подразделение атаковано. Давай, рейдер. Это твоя работа с пехотой, справляться. Ого, нас уже ждут тут. Блин, ты, наверное, давай назад, а тут опытные. Куда это вы едете, ребят? Так, так, давай, бери, бери. Будешь самым опытным бойцом. О, замечательно. Не, рейдер... Не хочу ему опыт давать. Все-таки не особо я рейдера люблю, он слабенький. О, тут, блин, самолет летает, а у нас против воздуха ничего нету. Надо быть осторожным. Блин, давай назад. Не, наверное, не уйдет. Или уйдет. Беги, дружище, беги. Ушел. Блин, так вот опыт не он получил. Я ему хотел оставить опыт. Че за фигня, вот я не пойму. Нас пускают какую-то хрень. Похоже на ионное оружие какое-то. Ладно, погнали дальше. Ну, блин, тут обороняют они неплохо. Я так вот лежу. Да пофиг, если вот этот юнит потеряем, он неопытный все равно. Давай, давай, иди, бери.
Так, давайте поближе подойдем. Наверное, куда-нибудь вот сюда давай. Подальше надо от самолета вот этого держаться. А то, не дай бог, будут атаковать нас, а у нас против воздуха особо ничего нет. Ой, рейдер, не лезь, не лезь. Ох, чересчур, что-то там юнитов много, я лежу. Я не понимаю, что вот это они за способность используют. Ой-ой-ой. Почему-то... А, не, все нормально. Мне казалось, я юнитом не могу управлять. Узел и башня снова связаны. Хорошая работа. Ого! Что произошло? Милый, ты слышишь? Я с конвоем. Кажется, нас везут в убежище. Я знала, что ты придешь. Так, мне их надо сопроводить вот сюда, да? Причем на секунду я увидел, что появились два краулера на карте, да? Ага. Хорошо. Так. Сохранимся. И что я думаю? И буду я прочищать местность. Аккуратно буду прочищать. Их я не поведу сейчас. Надо сначала местность прочистить, чтобы их вести. А то они сейчас сами поедут, я уверен. Ими я, наверное, управлять не могу. Да, не могу, так и есть. То есть они сейчас сами поедут, а мне такого добра не надо. Будем тут пробовать прочищать. Блин, тут этот гребаный самолет. Так, вот тут я видел краулер. Давайте попробуем подвести наш краулер. Так, они не едут. Это хорошо, пусть стоят лучше. Хотя я боюсь, вдруг вот они сейчас нападет кто-нибудь. Ну, вроде бы противник не идет сюда. Не спешит, он обороняется. Ну, мне это плюс. Ой-ой-ой-ой-ой, по-моему, нифига подобного. Черт. Обнаружен противник. Отступаем назад. Блин, гребаный мамонт. Причем с опытом, я бы хотел бы сказать. Хм. Погоди. Не надо нападать, походу он... Сам особо не стремится трогать конвой, а что он эту хрень сделал, это фиг с ним. Пусть подавится ей.
Вроде бы нормально, не трогает никто, и слава богу. Погнали, ребятки. Обнаружен противник. О, блин, авиация. Обнаружен вражеский краулер. Вижу. Ух, как он стреляет. Блин, краулер, раскрывайся. Странно, никакой обороны у них нету. Очень странно. Так, еще небось пришлет краулер, да? Да, тут защиту возведем, чтобы они вот, если что, отсюда не пошли. Так, вот теперь, я думаю, можно вести конвой. Так, для продолжения ваш краулер должен приблизиться к конвой беженцев. Хорошо, сейчас краулер отправим туда. Бляха-муха, вот против воздуха... Ачки командования... Бляха-муха... Тут великий мамонт. Так, ладно, потеряем юнита, тогда построим богомол. Он как раз эффективен против воздуха. Если юнита, конечно, нашего уничтожат. Все, хана танку. Мамонт. Ну, ломай ты его уже, я богомолу построю. Недостаточно очков командования. Ой, друг мой, да ты так никогда не убьешь. Я, наверное, поеду. Обнаружен противник. За конвоем. А он пусть по танкам стреляет. Касатка. О, тут показано, кто против него эффективен. Вот богомол у меня как раз есть. Блин, мне вот эти вот самолеты напрягают, на самом деле, это опасно. Я надеюсь, конечно, они именно по этому курсу поедут, то есть не где-нибудь тут поедут, а то вдруг... ребятки, нам туда. Прошу, не тупите, нам туда. Блин, они туда едут. Не-не-не, подождите, нам туда. Не-не-не, давайте туда поедем. Блин, ну... Может, все-таки туда поедем, ребят? Блин, они как... в наглую, а? На своем настаивают, хотят именно там ехать. Придется там... путь прочищать нам. Обнаружен противник. Бараны, а? Блин, мне богомолу надо срочно убрать вот эту хрень. Вот нет бы там проехали и все. Нет, надо ехать. Где они хотят?
Надеюсь, эта хрень не будет по транспортам стрелять, а лучше он пусть по танкам стреляет. Да, вроде бы продолжает по танкам стрелять, ну и правильно. Нет, конвой не надо за нами, чтоб шел. Мы сейчас прочистим тут все, убьем всех. Блин, эти гребаные солдаты еще бегают здесь. Обнаружен противник. О, замечательно. Иди сюда. Он пытается опытного завалить. Ага, давай. Может, когда-нибудь получится у тебя. Так, я надеюсь, они именно тут поедут. Так, давайте захватим заодно. Подразделение атаковано. Блин, сколько же там воинов вот этих бегает, а? Противник. Краулер атакован. Бля. Ой, блин, мамонт откуда-то высрался. Откуда-то высрался мамонт. Вообще непонятно, откуда. Обнаружен противник. Краулер атакован. Готов выдвигаться. Заколебали уже, честно говоря, эти мамонты. Лучше бы у меня были эти мамонты, потому что все-таки мамонты... Я всегда уважал этот танк. Очень мощный танк. Все, попался ты, друг. Вот зараза, стреляет того, кто раненый. Вот хрен тебе. Опять же заново поехали. Ну, уничтожить какой-нибудь танк, богомол, чтобы сделался, против воздуха специально его использовать. Готов выдвигаться. Занимаем территорию. Опа, еще! Тут мамонт, вот это вот уже мне не нравится. Вижу. Ну все, хана неопытному. Все, и богомол сейчас построится заодно. Так, богомол. Ну вот так выглядит богомол. Давай, езжай сюда, богомольчик. Так, мы что, еще одного танка потеряли? Походу, да. Заколебали вы уже. Не хочу я этого вести сюда, краулера туда. Тогда эти конвои поедут. А мне вот это вот не надо, чтобы они поехали. Если можно было бы конвоем управлять, а то вот нельзя. Все, заколебали, нате. Блин, конечно, богомол будет долго уничтожать, наверное. Ну, еще пару выстрелов, ну или три где-то. Все, хватит, а то
Всю дорогу, блин, своей авиации мне мешаете. Обнаружен противник. Мститель прибыл. Все, падай. Ну, живучий, зараза, а. Где? Ага, вижу. Ой-ой-ой, он еще и отбивается. Вот это вот уже посерьезней. Подразделение атаковано. Блин, вообще неопытно, сейчас огребешь. Ох, япона, мать. Ладно, мочим до конца. Либо они так будут продолжать строить своих мамонтов. Обнаружен противник. Все, отходим. Враг потерял крау. Отходим, отходим, отходим. Пусть они вот с мамонтом разбираются там, эти ребятки. Нам только это на руку. Недостаточно очков командования. Обнаружен противник. Конечно. Орудие заряжено. Опять эта хрень. Богомол. Не, мамонт жив еще. По выстрелам он жив. Ой-ой-ой. Конечно, командир. Мститель на связи. Обнаружен противник. Так, я все-таки хочу богомолу опыт дать. Пусть он будет опытней. Да, мамонт живучий еще. Живет. Ох, сколько коробок. Отлично, это только нам на руку. А, это нам там постройку уничтожили. Блин, как вот это вот... Опять авиация, да откуда же она, а? Мне всю эту ораву убивать, не знаю. Тут их дофига, вы поглядите. Подразделение атаковано. Обнаружен противник. Занимаем территорию. Так, стоп, не бери, не бери. Говно ты, жадное. Так, нет, туда мы не поедем. Вернее, туда и нельзя. К большому сожалению. Короче, нам надо вниз спуститься, перебить вот эту вот всю пехоту, и можем тогда спокойно проехать. Блин, опять. А ну-ка, богомол, покажи, кто здесь хозяин. Вот и все. Блин, жалко, их подавить нельзя, а. Ученик. Обнаружен противник. Что приказано? Медлить нельзя. Орудие заряжено. Ладно, не бери ее. Все равно она нафиг не нужна сейчас.
Ну, повсюду мамонты их лежу, офигеть. Мне, блин, когда я играл за ГСБ, вообще не было мамонтов, то есть я их не строил. Я только находил. А у них, блин, и мамонты тут уже сразу. Опять эта фигня летает, а? Так, 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 так. Богомол. Это вот к тебе. Клиент приехал. Ух ты, сколько тут опыта. Обнаружен противник. Блин, как же все-таки действительно трудно перебить эту всю ораву, а? Так, у нас вроде уже, да, все опытные бойцы. Иди возьми, жизнь хоть поднимешь себе. Смотрите, как горит ваш город. Ну и где теперь ГДИ? Где ваш пророк-еретик? А он испугался меня. Блин, да откуда они там бегут вообще? Бесконечно, что ли, они тут будут бегать? Походу, да. Как бы... Я не хотел, но это действительно так. Они будут тут бесконечно бежать. А как же мне тогда конвой спокойно перевести, блин? Вопрос. Так, Богомол, это к тебе. Подразделение атаковано. Хотя не, вроде бы... Меньше их становится. Но лезут они до сих пор, конечно, но становится вроде бы меньше их. Пойти вот тут на входе, убить их. Блин, зараза, они туда бегут. Дикари гребаные. Подразделение атаковано. Обнаружен противник. Принимаем позицию для атаки. Медлить нельзя. Орудие заряжено. Блин, что ж делать-то, а? Они бесконечно бегут. Давайте тогда разделимся на группы, то есть половина группы поедет туда, будет помогать конвою, а половина будет вот тут удерживать и все время будет уничтожать, кто выходит оттуда. Так, нет, Богомол тогда пусть со мной идет. Ну, надеюсь, вы тут продержитесь. Удерживаете позиции там. А я пойду к конвою.
буду их сопровождать. Ладно, можем потихоньку поднимать МСЦ. Вроде бы тут никого нету по дороге. Подразделение атаковано. Обнаружен противник. О, они мне помогают как раз. Ой-о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 й. Как же так пропустили мы. Откуда? Их только что тут не было. Кажется, получилось. Спасибо. Я люблю тебя. What the fuck? Я не знаю, что это было на секунду. Вот. Но, по-моему, это неизбежно, скажем так. Блин, дайте я сохранюсь. Чё-то как-то я очкую. Давайте новую создадим. Да не спешите вы так. Блин, войска. Зачем покинули позиции? Офигеть, сколько же их тут? Что приказом? За ними? Медлить нельзя. Конечно. Так, краулер, нет, не иди, они тебя, блин, слушают. Перный театр, а? Так, мы юнит потеряли, что ли? Походу на том. Потеряли. Необходимо больше очков командования. Подразделение атаковано. Так, ладно, краулер, давай. Веди. Блин, они продолжают бежать. Ага, офигенный уровень. Как-то криво едут, блин. Ну, вроде бы прошли мы. Я, конечно, заранее радоваться еще не хочу, но вроде бы все. Открыто достижение молитвы Богомола. Богомол жив. Слава богу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Богомол. Давай, выручай. Все, слава богу. Победа. Блин, очень, я бы сказал, такая тяжеловатая миссия. Ну ничего, прошли. Конечно, вот, блин, бред какой-то пол. Нельзя было вот именно вот где я хотел изначально проехать. Проехали бы там, все. Нет, блин. Ладно, хрен с ним. Так что ладно, давайте здесь закончим на этом серию, так что надеюсь, вам понравилась эта серия, ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и всем удачи. Всем пока.